Здравствуйте. С вами рядом Андрей Ракитский. Мы все боимся умереть. Страх смерти основополагающий, базисный. Это платформа, на которой формируются бесчисленные фобии. Скажу больше, практически все фобии, присущие нам, это завуалированный страх смерти. Порой связь боязни, чего бы то ни было, со смертью не очевидна. Например, как у навязчивого, необъяснимого страха перед числом 13. Или у страха замкнутого пространства. Но есть фобии, связь которых со страхом умереть, явная и прямая. Это страхи заболеть каким-либо серьезным неизлечимым заболеванием. Например, раком. Или страх сойти с ума, или стать беспомощным. В основе всех этих фобий, как и в основе страха смерти, лежит страх потери контроля над своей жизнью, телом, сознанием, ситуацией. Эти фобии в той или иной степени присущи всем людям. Но иногда они становятся реальной проблемой. Страх перед болезнью захватывает и порабощает личность. Начинает доминировать, влиять на принятие решений, поведение, отношение к происходящему и к самому себе. В конце концов, он может изменить жизнь. Овладев сознанием и подсознанием, этот страх провоцирует нарушение работы организма. Наше подсознание устроено таким образом, что не отличает вымысел от реальности. Если человек живет в страхе заболеть, то рано или поздно он начинает находить у себя признаки, симптомы того заболевания, которого боится. Это не значит, что он заболел. Чаще всего это функциональные нарушения. Но при выраженных и затяжных фобиях функциональные нарушения перерастают в органические. Количество переходит в качество. Страх может реализоваться. Наши фобии не спасают нас от того, чего мы боимся. Они действуют как негативный самогипноз, как отрицание своей жизненной силы, как антиаффирмации, программирующие организм на саморазрушение. Сегодняшний сеанс поможет вам взглянуть на свои страхи и опасения по-новому. Поможет перенастроить подсознание, снять доминанту страха, настроиться на позитив и блокировать функциональные расстройства, связанные со страхом перед болезнью. Во время сеанса от вас не потребуется никакого активного участия в происходящем. Поэтому устраивайтесь поудобнее и настройтесь на расслабление. Мы начинаем. Смотрите на экран монитора. Вы видите эти динамичные, движущиеся узоры, линии,
световые пятна. Видите, как они постоянно меняются, трансформируются. Видите этот красивый рисунок, который кажется живым. Вы начинаете расслабляться. Вы слышите мой голос. Слышите звук приятной музыки. Ваше дыхание легкое и свободное. Вдыхаемый воздух приносит чувство внутреннего покоя и равновесия. Вы отчетливо чувствуете свою спину, свои ноги. Ваши руки спокойны и неподвижны. Ваше тело начинает расслабляться. Вместе с расслаблением приходит состояние безмятежности, легкая отрешенность. Все успокаивается. Внимание рассеивается. В сознании всплывают какие-то расплывчатые образы или воспоминания. Вы чувствуете тяжесть своих ног, своих рук. Внешний мир куда-то уходит. И вам становится все более интересно, что происходит внутри вас. Мой голос успокаивает и расслабляет. Он как будто бы ведет за собой. Фоновая музыка наполнила окружающее пространство. Все это успокаивает, и вы начинаете погружаться в себя. Дыхание все глубже, все спокойнее. Вы смотрите на движение цветовых пятен. Они изменяются монотонно, сонно, однообразно. Ваши глаза начинают уставать. Тяжелеют веки. Глаза хочется закрыть. Вы можете закрыть глаза тогда, когда захотите это сделать. И если вы сделаете это прямо сейчас, то какое-то время даже сквозь сомкнутые веки вы все еще можете наблюдать, видеть внутренним взором свет монитора. Вы слышите шум своего дыхания, сонного,
очень спокойного и замедленного. Вы чувствуете, как при вдохе ваша грудная клетка поднимается, а при выдохе опускается. Вы все глубже и глубже погружаетесь в свой внутренний мир. Это внутреннее спокойствие будет постепенно и плавно нарастать. Вы погружаетесь в царство спокойствия и сна. Вы внутренним «Я» понимаете, что ваша расслабленность очень глубока. Если вы еще не закрыли глаза, то сделайте это сейчас. Вы почувствуете, что вам очень удобно с закрытыми глазами. И даже если бы вы захотели открыть глаза, то вам было бы лень это делать. Вы слышите мой голос. Но уже сейчас начинает казаться, что он звучит в пустоте. Эта пустота, она повсюду. Она окружает тело со всех сторон. Она бесконечна, как космос. Это и есть покой. И тело начинает наполняться этим покоем. Тишина. И кажется, что оно растворяется в пустоте. Сливается с ней. И начинает исчезать. Теперь вы можете не думать ни о чем. Или думать о чем угодно. Хоть обо всем сразу. Здесь и сейчас вообще нет ничего, что нужно было бы делать. Вы находитесь в безопасном и очень уютном месте. И вы уже не знаете, воспоминание это или сновидение. Вам спокойно, уютно, тепло. Вы чувствуете себя надежно и защищенно. Вы внутренне свободны. Эта свобода настоящая, естественная. Внутренняя свобода – это неотъемлемая часть вашего истинного «Я».
Ваше подсознание контролирует работу вашего организма. Сейчас оно начинает очень важную, исцеляющую работу. И от вас не требуется никакого участия в том, что происходит. Все работает автоматически, естественно, подчиняясь только законам высшей гармонии и целесообразности. Вы доверяете своему внутреннему «Я». Вы доверяете своему организму. Доверие к себе – это естественно и нормально. Доверие становится главным качеством вашего отношения к себе. В любой ситуации и в любой обстановке вы будете чувствовать себя единственным и полноправным хозяином своему настроению, своим поступкам, своим желанием, жизни в целом. Именно сейчас вы избавляетесь от своих тревог и страхов. Упоминания о болезнях больше не будут вызывать у вас никаких реакций, ни положительных, ни отрицательных. Никаких страхов, тревог, неприятных ощущений. Вы становитесь безразличны к этой теме. Ваше равнодушие полное и абсолютное. Вы перестанете избегать ситуации и места, связанные с напоминанием о болезни, которой вы боялись. В любое время, в любой обстановке. В этом плане вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Вы освобождаетесь от озабоченности перед предполагаемыми событиями, связанными с болезнью. Уходит раздражительность, гнев на себя, чувство вины и беспомощности. Вы обретаете внутреннюю точку опоры. И наряду с этим повышается ваша самооценка. В глубине души вы знаете себе истинную цену. И именно сейчас вы начинаете обретать свое истинное «Я». Чувство уверенности в своих силах. Ощущение этой силы внутри себя. Чувство внутреннего равновесия, гармонии. Чувство согласия с собой.
вы вновь начинаете чувствовать любовь к себе. Вы перестаете чувствовать себя неудачником. Вы прекращаете вести внутренний диалог с собой о здоровье и о болезнях. Вы прекращаете отслеживать свое самочувствие и свои эмоции. Вы вообще прекращаете контролировать работу своего организма. Вы доверяете себе, потому что у вас нет причин для сомнений. Все болезненные ощущения, которые вы приписывали проявлениям болезни, исчезают из вашего тела и из вашей жизни. Вы освобождаетесь от них навсегда. Теперь вы понимаете, что это были просто ваши фантазии, следствие вашей впечатлительности и ваших забытых детских страхов. Ваше подсознание перестает строить болезнь и начинает строить здоровье. Теперь вы в состоянии преодолеть любой страх. Миллионы людей во всем мире победили свои тревоги и опасения. Получится и у вас. Вы умеете решать любые поставленные перед собой задачи и добиваться результата, особенно там, где сами этого по-настоящему хотите. И я абсолютно уверен в том, что и здесь у вас тоже все получится. Тем более, что в этом вам будет помогать даже работа вашего организма. Ваше подсознание перестает строить болезнь и начинает строить здоровье. Ваше внимание теперь будет фиксироваться на позитивных аспектах вашей жизни, на состояниях радости, уверенности и покоя. К вам навсегда возвращается ощущение предвкушения праздника. То самое, которую вы испытывали в детстве под Новый год. К вам возвращается радость и свет. Вы открываетесь для жизни. И ваша жизнь вновь наполняется яркими красками, желаниями, любовью. Вы перестаете бояться совершать ошибки, принимать решения, брать ответственность на себя. Вы внутренне свободны. Вы чувствуете себя единственным и полноправным хозяином своей жизни.
вы впускаете в себя и в свою жизнь позитивную энергию. Вы заряжаете силой и здоровьем. Вы обретаете уверенность в себе. Это естественное и абсолютно нормальное состояние вашего организма. Ничто не сможет нарушить этой внутренней гармонии. Ни ваше настроение, ни ваше физическое самочувствие, ни события вашей жизни. Вы обретаете власть над обстоятельствами, становитесь сильнее их. Ваша сила и свобода даны вам природой. Вы воспринимаете себя позитивно, потому что у вас нет причин для плохого отношения к себе. Ваше подсознание перестает строить болезнь и начинает строить здоровье. Возвращается умение выбирать, умение выживать, умение выходить из самых затруднительных ситуаций. Теперь вы знаете, что бы ни происходило внутри вас, это нормально. В любой ситуации, в любой обстановке вы будете чувствовать себя счастливым и свободным. Покой, уверенность и свобода. Вы обретаете власть над своими страхами и тревогами. Я фиксирую в вашем подсознании установку на избавление от страха перед болезнью. Даже вспоминая об этом страхе, вы будете чувствовать свое превосходство и власть над ним. Вы поймете, что можете свободно вспоминать свои страхи и легко забывать о них. Вспоминать и забывать, чтобы в итоге забыть совсем. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой после сеанса действие установки будет нарастать, крепнуть, усиливаться. Наилучшим для вас образом. Навсегда. Наш лечебный сеанс приближается к завершению. Он прошел успешно. Сейчас я досчитаю до трех, и вы откроете глаза. Раз. Туман в голове рассеивается. В голове появляется приятное ощущение легкости, прозрачности.
Пустота, окружавшая вас, исчезла. Ее больше нет. Вы отчетливо чувствуете свое тело, оно отдохнувшее. И начинает наполняться легкостью, прохладой, свежестью, обновленной жизненной силой, энергией. 2. На душе тоже очень легко, свободно, светло. Тело вновь начинает обретать тонус, упругость. Мышцы натягиваются, как струны. Сначала медленно, теперь побыстрее. Голова проясняется все больше и больше. Поднимается настроение. Оно спокойное, но очень светлое и легкое, приятное. Чувство такое, как будто вы избавились от тяжелого, неприятного груза, сбросили его со своей души. Все неприятные, или, может быть, даже болезненные ощущения, если такие и были до сеанса, все прошло. Равно как и чувство усталости. Вы прекрасно расслабились, восстановились. Сейчас замечательно себя чувствуете. Вы спокойны, уверены. 3. Откройте глаза. Сделайте глубокий вдох и спокойный, медленный выдох.